Пример для подражания. Звезды отечественного бокса Рахим Чахкиев и Андрей Гоголев посетили Серпухов, чтобы увидеть соревнования молодежного первенства страны, а также с благотворительной миссией. Все подробности в репортаже моего коллеги Ильяса Сиразова. Пообщаться с чемпионами, узнать что-то новое и даже попробовать себя в боксерском поединке могли юные серпуховичи. Заслуженные спортсмены в неформальной обстановке рассказали ребятам о важности спорта, самодисциплине и верно выбранном ориентире в жизни. Наши именитые гости сначала навестили детей в социально-реабилитационном центре. Я также выбрал ориентир, когда в пятом классе к нам пришел мастер спорта международного класса Виктор Цветков. Его привела школьный руководитель Ирина Игоревна. И мы стали заниматься боксом. Я сам, кстати, с 5 лет воспитывался в детском доме. И это не приговор. Вот стал чемпионом мира благодаря, если бы воспитывался в семье, может, даже никем не стал. Ребята с интересом слушали рассказы боксеров. Каждый мог задать им любой интересующий вопрос. И, конечно же, никто не остался без подарка от звезд спорта. Я очень рад получить подарок из рук боксера. Мы очень довольны и благодарны. Тем более они еще приехали с подарками. Вы видите, дети как рады. В общем, большое всем спасибо. Боксеры встретились и со спортсменами клуба «Равные возможности». Посмотрели их тренировочную базу, пообщались с директором Татьяной Корзубовой, оценили успехи серпуховичей в разных видах спорта. Гости очень приятные, очень дружелюбные. С ними интересно поболтать, как там и что там. И на будущее, что можно заниматься боксом и что это очень интересный вид спорта. Приехали гости не с пустыми руками. Подарки были самыми разнообразными – от боксерских перчаток до футбольных и волейбольных мячей и самокатов.